Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Задание дня, ранний доступ. Давай посмотрим, что у нас тут интересного. Оборонец подает, как игрок команды в американский футбол, а затем замедляет противника приемами. Особенно, когда Гогот Гаргантюа обеспечит его бесплатными картами гаргантолога. Так, я за кого играю-то? За разгрома, что ли? Посмотрим, что это у нас за такое задание интересное. Ух ты! Слушай! Да я понял это задание. Давайте ко мне. Да блин, а что, я не могу поменять, что ли? Зачем мне вот эти нужны? Мне гаргантюа подавайте. Фиг ли мне толку-то от этих хламонов. Так, наносит 2 единицы урона каждому на линии. Прикинь? Вот что делает жучара. Этот псих, я его, ребят, не зря называю. Ну что, и псих. Так, ладно. Давай смотреть, что дальше тут у нас. О! О-о-о-о. Слушай, ну это прекрасно. Давай так сделаем. Эй, что он делает? Опачки, а он не дуралей. Понимаешь, он вызвал мяту себе. Он вызвал мяту. Твою же налево. Короче, нам нужно успеть забомбить, иначе это сейчас будет тут разрастаться. Хотя, подожди-ка. Ага, у нас вот что есть с тобой. Некий такой сюрпризик. Это ерунда. Груша мне не страшна, зато мы мяту уничтожим. Так, урона не получаем. Так, ну давай, родной. Раз. Еще разок. Бамс. Хобана. На тебе. А, растение наносит бонусную атаку. Вот это плохо. Это плохо. Что мы с тобой дальше сделаем? Ой, ой, друзья мои, мне аж поплохело. Ну что, я предлагаю сделать вот таким вот образом. И вот так. Может быть, я зря все, конечно, выкидываю на поле боя. Ай-яй-яй. Я, кажется, уже понял, что здесь будет. Понизим атаку вон тому комочку. Так, раз и два. Готово, друзья мои. Все сделано на высшем уровне. Ну что же, мы с тобой получаем 100 билетиков. Ну и хотелось бы посмотреть, что у нас с тобой. А вот и задание. Так, нанести 30 урона. Так, растениям героям. Это мы сделаем. Отбросьте карту. Так, выиграйте игру. Вот это непонятно, что за задание. Я могу как-то его поменять, заменить. Что это за мега выросшим растением? Так, где они? Вот. Дайте мне, пожалуйста, обменять. Да, вот. И сколько? Сколько ждать? Вот. Разыграйте 2 растения со спас... Вот, вот это вот по мне, ребята. Вот это вот, я понимаю. Короче, мы должны с тобой нанести 30 единиц урона растениям. Ну, героям, естественно. Значит, в первую очередь мы с тобой сыграем за какого-нибудь зомби. Так. Надо решить, за кого будем играть. Ну, в принципе... Ну, давай попробуем за этого сыграть, а? Я знаю, знаю, ребята, мозг атака — это не мой герой, так скажем. Я вообще не могу им играть, если честно. Ну, хочется хотя бы выиграть. А, у нас, кстати, с тобой 20-й ранг. То есть уже будет все намного сложнее. И в плане победы, и в плане всего. И персонажа фиг дождемся, да? Хорошо, если я поменяю, например... Ну, конечно же, на нашего гаргантюа. Может быть... Какой гаргантюа? Разгром, конечно же. Но... Блин, ребят, какие-то проблемы просто, а? С поиском соперника сегодня у нас. О, нашли. И это у нас орех в доспехах. 10-го ранга, кстати. Ну что же, я, наверное... О, вот этого уберем. Остальное, в принципе, меня устраивает. Так, орех вытягивает карты. Нам, по-моему, нужно нанести еще 10 урона, да, получается? Ну что, кого он будет вызывать? Никого.
Ну что, будем, наверное, вот этого с флагом призывать. Для начала. Опа, не дурак, минку влепил. Понятно. Лишаем его мины. Так, что дальше? Я ничего пока делать не хочу. Ну что ты там замешкался-то? Ой, ой. Напугал. На-ка. Значит, у него есть вот эти вот растения, да? Будем иметь в виду, что гаргантюах нам лучше туда не ставить. Иначе он будет распетрушивать всех причем. Ну что там облизываешься? Язык свой достал. О, вот оно как. Ну что же, апаем сами себя. Я могу сделать, в принципе, вот так. Да елки, ты палки, ты будешь? Чтобы не мешался просто, а? Поехали. На тебе. Так, ну что, я пока пропущу ход. Вопрос. А зачем я пропустил ход? Угу. Поставил орех сюда. Прокачать хочет, да, орех? Да. Ну, я вот так вот сделаю. Так, продолжаем разговор. Этого убираем отсюда. Да и, в принципе, орех можно, да, убрать. Блин, у меня с картами проблема. С картами проблема. Три карты, а у него... А у него пять. Угу. Так, на следующем ходу будет 7 энергии. Мы можем с тобой поставить либо лекаря. Опа, опа, опа. Вызвал, да? Хорошо, что у меня не было, ребята. Ага. Так, ну ладно. 4 в лицо. Уничтожили. Ага. Ну что, нам надо что-то, ребята, предпринять. Давай-ка я сделаю вот так вот. На всякий случай. Он поставил желудь и думает, что ему все можно, да? Поставил сюда мину. Ну, да у него тоже, ребята, я смотрю, не очень-то все хорошо. Так, 7, конечно, мы получим в лицо, но он тоже получит 7. За обе щеки причем. Давай-ка вот так сделаем. Опа. Замечательно. Так, что мы с тобой сделаем? Он перетянет ведь, да? Конечно, перетянет. Ну, давай вот так вот сделаем. Давай-давай, перетягивай. Все, пока. Пока все, ребят. Слушай, не хотелось бы, чтобы он уничтожил. О, вот оно как. Он ставит неуязвимость себе. Ну, вытягивает карту, понятно. Нам надо будет потом... А кого нам поставить-то? Ну фиг с ним, давай сделаем. Давай с тобой так вот сделаем. Плюс вытаскиваем карту. Так. Предположим. Я знаю, что этот ему очень будет сейчас сильно досаждать. А мы с тобой сделаем следующим образом. Вот так вот. Поставим медика. Поставим медика. И что, уничтожает всех растений? 4. Воу! Именно растений, да? Ой, зомби.
А, он и себя взорвал. Ха. Ха, ну это хорошо. У нас с тобой тогда будет шанс, ребята, выставить. Ну и что ты сюда его поставил? 4 в лицо, да? Хочешь нанести? Ну ладно, предположим. Опа. Что у нас с тобой здесь есть? А вдруг у него эволюция, а? А вдруг у него эволюция? Давай-ка мы с тобой, наверное, сделаем. Твою ж налево, что тут сделаешь-то лучше? Давай вот так. И вот так. Надеюсь, могилоеда у тебя нету. Хотя, мне кажется, именно он у него и остался. Ладно, посмотрим. Ты прикинь, да? Я как в воду глядел. Ну что же, я надеюсь, что защита у меня сработает все-таки. Поехали, ребят. Нет. Не сработала защита. Она не сработала, потому что здесь, ребята, мишень. Здесь мишень была, ё-моё. Слушай, вот это надо было так, да, тупануть, ребята. Если бы я поставил, например, бы мумию, совсем другой расклад бы был. Так, значит, что у нас тут? Отбросьте карту, разыграйте два растения, собственно, все команда. Два растения. То есть нам нужно с тобой выбирать растения. Хорошо, давай. Это будет у нас бабах. По-моему, у него есть именно растение со способностью команды. Твою ж налево, а. Вот все могло бы быть по-другому. Но я пожадничал. Я пожадничал, поставил. Думал, защита будет, но кто ж знал, да? Я вот, например, не знал, что именно так получится. Поехали. Так, это у нас заразительная сальса. С ней шутить особо не стоит. Сам, ребята, за нее играл и знаю. Вроде кажется, такой герой ни о чем, да? Ватный. Но если разойдется, разгуляется, мало не покажется. Так, ход зомби. Я так и думал, что он будет сейчас на плясках все это дело выстраивать. Ладно, поехали. Только не говори, что у тебя есть там что-то за одну. А, ну по танцочке. Ох, так он сейчас прокачает. Так, на 4, да? Я тебя понял. Вот так ты, значит, начал. Ладно, теперь наша очередь, ребята, отыгрываться. Поехали. Будем смотреть, что он тут. Выставить ему ничего нельзя здесь. Все забито, как ты понимаешь. Так. Замечательно. Давай бомбанем сюда. Ну и кого-то сюда влепишь. Сальца, кого влепишь, говорю, сюда. Вот думай, 3 часа теперь. О, вот кто. Вот, друзья, кого он тут высадил. Слушай, я, наверное, знаешь, как сделаю? Я поставлю сюда орех. Просто хочется посмотреть, что он будет делать. У него проскок, он же будет по мне бомбить, да? Так. Ты дичь. У меня у бабаха нету хила, чтоб ты знал. Так, ты делаешь 1+1. Ха, ниндзя. Ниндзя, друзья мои. Что он хочет здесь замутить? Так, 1 единица энергии. То есть я могу сделать. Ну давай вот так вот, короче. Хопа, да? И польем это все дождиком.
Поехали. Ну что он там задумался? Что ты там мутишь? Вот скажи мне, а? Сальса, ты забил все ячейки своими... О, 1+1, окей. Это тебе не поможет, ну никак, парень. Так. Пока тратить не будем. Окей. У меня мимика выпала. Что он будет выставлять сейчас? 13 урона, прикинь, в лицо получить. Это практически фиаско. Сразу же. Ну давай, Сальца, ну хорош там уже обдумывать, обмусоливать, там я не знаю. Мне один из подписчиков написал: после 20 ранга без легендарных карт делать нечего. Ребят, на самом деле... Ого. Ого. Парень, это серьезная заявка-то. Как ты думаешь? Это очень серьезная заявочка. А я еще сделаю ее вот так вот. Ой, ой, что выпало, ребята. Вы посмотрите, ну это все, это крышка. Это крышечка ему. Так он задумался. Он, может быть, хотел этот, эту ягоду уничтожить чем-то? Нет? Нет, ребят, бесполезно. Так, сейчас у него есть, ребята, да-да-да. Карту еще вытянет, гаденыш. На тебе, козел. А у меня выпал цветочек. Сальса, вот она такая, ребята. Он мог бы вот это вот уничтожить, в принципе, ягоду. Сейчас ему придется как-то вот сюда кого-то выставлять. А я могу его уничтожить. Ну вот, видишь? То есть уже могу его бомбануть. Плюс этого вампирчика могу убрать. Вот его большущая, ребята, была ошибка. Ну тут уже можно просто придуряться. Все, крышка ему. Сам понимаешь, у него ноль энергии. Бубух. Все, победа за нами. То есть у меня была со способностью команда, по-моему, все-таки я сделал, да? И еще и получаем с тобой 75 билетов. Так, покажите мне, пожалуйста. Да, 10 геймов. А теперь отбросьте карту. Вот как понять, отбросьте карту? То есть, а, я понял, скорее всего, вот у нас должен быть с тобой быть... Сейчас, подожди. У кого у нас есть такие карты, которые отбрасывают врага обратно в руку? Ну, ты понял, да, о чем я? Это вроде бы есть, но не у разгрома, а... По-моему, у бесячества такая карта есть. Я сейчас посмотрю, конечно, внимательно. Да, вот у нас есть. А с тобой... Как она там называется? Я уже забыл. Так, вот, рикошет. Все, ребята. Ну что, давай попробуем сыграть. Сыграть за бесенка. Выберем. Поехали. Откинем ему карту и получим еще, кстати... А, нам нужно 750 гемов для того, чтобы... приобрести нового героя. Там у нас есть еще Цитрон... Бонг Чой, которого у меня нету. То есть героев еще хватает, поверь мне. Так, ну что, опять проблемы, да? С поиском соперника, ладно, подождем. Нашли. И это 10 ранга боец. Ладно, давай посмотрим. Ну, в принципе, неплохо. Давай вот так, наверное, и оставим с тобой. Есть пират. Есть призов, бесят. Вот я, наверное, так и поступлю. Начнем с бесят. То есть 4 в лицо, как бы это очень хорошо. На начальном-то этапе. Так, дальше выбор. Выставим с тобой пирата.
который прокачивается при нанесении урона герою. Наносит 3 единицы урона. Ладно. Поехали. Памс. Так, 3-2 становится. А, 3-3. Упс. Тратят, ребята, тратят свои спецвозможности. Это хорошо. Ну что же, давай так сделаем. Вытягиваем карту. Оу. Прекрасно. Так, ну и что ты будешь ставить? А вот это у нас что делает? Зомби здесь получает плюс 2 к атаке, да? Нам бы вот этот ландшафт не помешал бы. Ого. Ты смотри, все потратил, да? Молодец, красавчик. Красавчик. Так, значит, 2 и 2. Поехали, ребят. Делаем вот так. И... пока никак. Пока никак. Банан. Опа. Сюда, да, переместился. Ну, давай сделаем так. Бомс. На тебе. Банана. Банана, да. При появлении перемещает зомби. Давай вот так вот сделаем. Переместим куда... ой, ой, ой. Ну ладно. Давай, наверное, сюда переместимся с тобой, да? Ушатаем этот банан. Чтоб тут не буянил. Окей. Что дальше мы с тобой сделаем? Ну, можно вот этих вот поставить. Хотя зачем? А лучше, наверное, вот этого. Пиу. Так, и вот этого. Что он сделает? О, он вызвал, да? Карту делает, добор. Еще добор карты. И все на этом, да, парень? И на этом парень сдулся. То есть мы всего лишь 3 в лицо ему дадим. 3 в лицо, это остается 6 хп. 6 хп. Ага, сундучок. Я не помню, на могильщика распространяется это все или нет. Я не помню, хоть убей. Давай тогда так сделаем. Сейчас будем смотреть, что он будет предпринимать. Может, у него там карты минус все зомби, этот гриб, который минус зомби, который выше 4. Опа. Опа. Так. Восстанавливаешь себе здоровье, да? Окей. Ну что же, поехали. 4 хп остается. Блин, ты посмотри-ка, а. Ты посмотри-ка, что творит. Вызывает шампиньоны. О как. Ну что, друзья мои, тогда мы с вами сделаем вот так. И вот так. Просто хочется посмотреть, что у нас из этого. Уничтожает. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят. Уничтожил зомби, ё-моё. Так, ну мы с тобой, по-моему, не сделали, да?
Не убрали картишку. У нас же было задание с тобой. Блин, придется, наверное, еще разок сыграть тогда, получается. Ну, поехали, может быть, перейдем в 21 ранг. Ну и кто это у нас тут? Ой-ой-ой. 31 ранга мне дали, чувачка. Тут уже не забалуешь, поверь мне. С 31 рангом, да. Ну, а что поделаешь. Ну, сфейлимся так, сфейлимся. Мне главное, чтобы рикошет сделать. А он мне почему-то не выпадает. А, как нам выпало с тобой. Я не буду пока тратить, ребята, сундук. Сундук нам пригодится. Так, прячет зомби за надгробием, да? Ну, давай сюда поставим, фиг с ним. Пускай будет. Так, ну что, погнали? Будет он мне, интересно, этот ландшафт менять или нет? Может. Опа. 2-4. Так, кого он хочет, ребят, сюда наверх поставить? Скажи-ка мне на милость. Кого же ты хочешь поставить наверх? Маленькое никчемное растение, а? Так, а он у нас появляется в надгробии или нет? Я вот не помню. Ну-ка, сейчас проверим. Ну да. Сейчас у него выбор. Оу, двоих даже? Серьезно, что ли? Вот ни за что бы не подумал, что так вот можно делать. Так, ладно. Что мы тогда с тобой сейчас дальше делаем? Ага, ну давай вот так вот сделаем. Слушай, ну норм. Что я могу еще сказать по этому поводу? Опа, мороженку достал, прикинь. 6-6. Мороженка, да, значит, говоришь. Ну что, нам придется кого-то прятать с тобой. Я так понимаю, вот этого. Поехали. Только не будешь сейчас заклинашку какую-то будешь применять. Да ё-моё. Прикинь, что он сделал, а? И чё? А, нас нет, еще пока не разбомбят, ребята. Ну, давай так сделаем. Чё мы теряем с тобой? Не... Вот, 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 выпало то, что мне нужно. Успели я воспользоваться им? Кого? А, я не смогу его убрать. Понимаешь? Наносит 3 единицы урона. Да ты оборзел, что ли? Ладно, я должен успеть, ребята, воспользоваться ей. Воспользоваться ей, да? Как бы мне это сделать-то? Ну, давай я вот так вот, наверное, сделаю. Блин! Тупанул. Тупанул, ребятушки, тупанул. Давай так вот сделаем, фиг с ним. Хотел же, блин, рикошет использовать. И нифига. Удвоение раст... Так, понятно. Это он атаку удваивает, да? Атаку. Черт подери, вот надо запомнить. Взять себе в голову, как только видишь вот этого вот хмыреныша, надо его сразу валить. Ну и что это мне даст? Ну, да ничего мне это не даст. Вон, видишь, у него бананы здесь. Так, куда выставит этого
маленьких-то куда он? Да. Долго мне придется по ходу дела здесь играть, ладно. Минус одно, да, короче. Слушай, ну разгрому, разгрома нету, ребят. Такой колоды. Давай попробуем вот так вот сделать. Сыграть за разряд. Но разряда, по-моему, нету вот этой вот. Убрать карту с поля боя. Это знаешь, у кого есть еще, кстати? У подсолнуха есть такой горхострел. Если он стреляет, он убирает карту обратно. Точно, можно за него, в принципе. Ну, не люблю я, блин, подсолнухи. Ненавижу. Поехали. Рожавый разряд, ты готов, надеюсь? Против пенька-то, а? Драться. Опа, ягодки пошли. Пошли, друзья мои, ягодки. Ну что, проверяем, будем тестить. Заодно проверим, есть ли у него могилоед или еще что-нибудь в этом роде. Он, кстати, их может прокачивать. Если он этих ягод набрал целую там руку. Сейчас будет одну за другой вызывать. Опа. Интересно, зачем он сюда вот это вот взял? Не знаю. Давай-ка вот так вот сделаем. Сейчас кого-то поставит он сюда. 100% говорю тебе. Здесь... Как он? Синтез. У нас эволюция, у них синтез. Пенек, хорош, хорош думать. Давай быстрее. Так, следующий будет 4, да? Ну, мы можем хильнуться, можем, в принципе, вот этого поставить. Плюс один за получение каждого мозга во время хода. Угу, все-таки эволюцию сделал, да? Твое дело, парень, эволюцию сделал все-таки он. Ой, ой-ой-ой. Сейчас будет прокачивать, да? Тюнь. Нормально. Так, это я пока тратить не буду, пригодится. А я, кстати, не знал, что у разряда есть вот такая вот штука. Что поставить? Я даже не... Ну, давай вот так сделаем. Без всяких там эволюций. Просто выставим и все. Желеобразный. Знаешь, кого мне напоминает? Мутагеноида. У него там карта 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Так, 8, да, у нас. Что ты делаешь? Ты посмотри. Апает, ладно. Апальщик несчастный. Валунчик у нас с тобой. А если я вот так сделаю? А если я вот так вот сделаю? Посмотрим. Да ладно, сейчас начнет заклинаками. Ты смотри, а. Ну и все. Тебе же крышка, парень. Ох, прекрасно. Это же вампирёныш. Нет. Только не надо прокачивать этого хмырёныша своего. А хотя... Угу. Смотри, что творит. Просто полюбуйся. Ладно, его мы раздавить сможем, надеюсь. Ой. Хорошая, кстати, карта. Так, все гаргантюа получают мишень. А давай вот так вот сделаем. Фиг с ним. Хильнемся хотя бы. Могу его потом шаром задавить. Ты понял, да, о чем я?
Ты что, решил серьезно, что ли, бомбить заклинахами что, со всех сторон? Так и есть. Окей. Ну-ка, давай-ка вжарим. Нормуль. Без атаки чувак остался. Так, ну что, давим этого ханорика, да, получается? 1-3. То, что нужно. Влупляем. На тебе. Ага. За каждую единицу здоровья героя. Давай сюда поставим. Опа. Опа, пулечки. Да, но он может звездануть не только же, да? Гаргантюа, он может и в героя бомбануть. Хе-хе-хе-хе. То, что нужно, ребята. То, что нужно. Ну чё, 6. Давай вот так вот сделаем. Воу-воу-воу-воу-воу, клевер, клевер. Хорош. Сколько там? 2-5. Значит, какую-то фигню. Заклинаху какую-то достал, ребят. Какую-то заклинашечку он вытянул. Так, значит, у нас есть с тобой шар. Мы уничтожим чернику эту. Здоровье увеличивает. Ладно, фиг с ним. Уничтожаем. Прекрасно. И подхилимся с тобой. Поехали. На-ка. Получи-ка. А еще разочек. Спасибо. А то смотри-ка, а. Начал тут своими заклинахами бомбить. В то время, ребята, мы с вами успели его, как говорится, прижучить. Блин, да я получу сегодня 10 гемов-то этих или нет, а? Давай, я уже не знаю. За кого сыграть-то? Кто у нас еще может откинуть? Только этот получается. Только бесенок. А там точно нужно откинуть врага? Ну, обратно, в руку. Или что-то по-другому там делается. Ладно, короче, опять ждем соперника. Да неужели, дождались. 29 ранг. Опять 25. Сейчас опять полетим с тобой вниз по накатанной. И еще и цитрон. Еще и цитрон. Мечтал об этом всю жизнь, блин. Нафиг ли делать? Придется драться. Привет, привет. Ну, давай, не жмись. Опачки. Не к добру все это, ребята, не к добру. Заморозка. Йоу, я, кажется, понял. Я, кажется, понял, что к чему здесь, ребята. На заморозка, что ли? На подснежниках пойдет? Так и есть. Сейчас заморозит надгробие мне. А, нет. Вот что он делает. Слушай, а смысл? Так, я не понял юмора. А зачем он так вот сделал? Защитить его? Ну, а если я вот так сделаю, к примеру? У него есть, конечно, замораживатель этих надгробий. Мы это знаем прекрасно. Так, замораживает. Началось, короче, прокачка. Ну ладно, этого мы бомбанем, понимаешь, да? Хоба.
Минус один подснежник. Минус один подснежник. Давайте я вот так сделаю. Кого он куда поставит, без понятия. Ой-ой-ой-ой-ой, не надо, не надо, парень. Сейчас будет замораживать, нет? Ну не в этом ходу, да? Понял. Но зато в следующем. Эй, что же сделать-то? Он сможет всех уничтожить, а? Вряд ли, да? Давай посмотрим. Ага. Шаманство. У нас, ребята, есть вот такая штука. Хорошая. Что, ну, не поможет это Тахламонному. Понимаешь, да, к чему я? Смотри. Поехали. Ну да, уничтожит, конечно, я не спорю. Упс. Только не надо каких-то там неуязвимостей ставить, пожалуйста. Так и есть, ребята. Неуязвимость достал, а? Ну, предположим. Что дальше мы с тобой сделаем? Ну, если вот так вот, предположим, влеплю. Пошло, короче, заморозка. Раз, сейчас начнет, ребята. Но он потратит весь. Так, это два. Так, это три. Пускай тратится. И все, да? И на этом ты приплыл, парень. И на этом ты приплыл. Да, сделаем с тобой вот так вот. Ну что же. Могу сделать вот так, приложить. Да, наверное, и вот так вот. И вот так. Заморозочка пошла, да? Уничтожаешь, хорошо. А дальше-то что? А дальше, похоже, все. Доигрался парень. Но у него карты еще есть. Еще карты есть, ребята. Ну-ка, что-то там вытянешь. Ой, какая отличная карта, ребята. Ну все, тут, по ходу дела, победа за нами. Шипы, ради бога. Это меня нисколько не пугает. У нас есть еще с тобой заморозка, если что. Вот именно на него как раз заморозочка и пойдет. Оп, вот так вот. И все, друзья мои. Поехали победу выбивать. Так, что у него там? Неуязвимость он тратил или нет, я не помню. По-моему, тратил. Так что сейчас... Ну, просто... Ага, вот ты как. А вон там, не видишь, на воде у меня стоит парень. Ты про него-то забыл, наверное, да? Хотя даже этот еще не успел сделать хода. Ну все, ребят. Но опять же я не воспользовался картой, которая откидывает. Это плохо. Так, мы сейчас с тобой получаем, по-моему, 20 гемов, насколько я помню, да? Так, 21 ранг мы с тобой зарабатываем, 25 гемов, то есть это у нас 730. 730.
Буквально 20 гемов не хватает для того, чтобы мы с тобой приобрели нового персонажа. Ведь он стоит 750, верно же? Так, подожди, где у нас там персонажи-то? В наборах? Нет, 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 не в... А, подожди-ка. В коллекции, да, в коллекции. Ну-ка. Да подожди, ты не туда нажал. Вот Цитрон, сколько он? 750, по-моему, стоит, ребят, да. А этот сколько? А этот эксклюзивный герой. Я не знаю, ребят, как. Смотри, сколько здесь еще места. Вот когда они, ребята, сделают новых героев? М? Утилизировать дополнительные карты. Получу я 105 энергии. Не знаю. Ну, давай еще, наверное, одну битву с тобой сделаем. За растение только возьму я орех. Поехали. По Шурику, так сказать, сыграем и будем закругляться. Против кого? Против бесячества я буду играть, да? Не самый лучший вариант, если честно. Не самый лучший. Ну вот ты издеваешься, что ли? Ты посмотри, чем... Чего мы тут с тобой получили? Могилоед. Самый ближний ход только лишь на 4. Да. Сейчас будет выставлять что-нибудь. Нет. И я пока тоже не буду ничего выставлять. Но на 3 у меня тоже ничего нет. Пока. Сейчас посмотрим. Гриб. Все это не то. Все, не... вот сейчас он задумался. Он думает, стоит ли выкинуть определенную карту. Если он ее выкинет, да, то мы ее обязательно уничтожим. Сосиска, значит, у него карты с прочерком. Вот что я тебе хочу сказать. Все с прочерком будет, судя по всему. Ну что ты там выставишь? Давай, я жду. Русалка. Слушай, я тогда вот так сделаю. Слушай, а вдруг у него... Ну ладно, посмотрим. У него две энергии еще есть, это опасно. Грубо говоря, я рискнул. Я рискнул, так. Смотри, что делает. Уничтожает своего зомбаря. Окей. Просто окей. У меня еще такой есть, по-моему. О, нет, парень, это лишнее будет. Ага. Ну я понял, понял я твой прикол. Что ты там хотел замутить? Фонарь. Жалко, конечно, что он без ландшафта. Да ты запарил. У тебя еще и заморозка, оказывается, есть, а? Что-то странное немножко у тебя тут происходит. Ладно, есть у меня кукурузная собачка. Кукурузная собачка, да? Так, ну давай я сделаю, наверное, вот таким вот образом. Я уж не знаю, кто там у него находится. Ох. И вот так. Надо было на воду ставить, если честно. Ой. Сейчас 3 в лицо, по-моему, кинет, да, если не ошибаюсь. Даже так. Собачку бедную кукурузную хлопнул, а? Вот буржуй. Ну что ты там жмешься-то? На тебе 3 в лицо. Пока все прекрасно. Что у него там может быть, а, ребят? Неуязвимость ставить, я думаю, пока нет смысла. Вот этого выставить. Используют здоровье вместо... Так, ага. Ага, вот что он творит. Ты серьезно, блин? Пацан, ты сейчас серьезно? Я не понял. Неужели уничтожит он мне сейчас мою яблоньку? Не хотелось бы.
Но у бесячества есть такая штука. Кровожадность называется. Ты понял, да? То есть он может уничтожать любого. Соответственно, если наносит урон, прячет за надгробием, берет карту. Заморозка. В общем, короче, он уже не знает, что сделать, да? Урон не наносит. Опа. Так, давай посмотрим, что у него на этот раз. Он там понавытягивал все карты, не знаю, какие. Этот, который в надгробии прячется, он, естественно, прокачается за счет вот этого. О, вот так вот он хочет сделать. Ну, я тогда сделаю вот так вот. И вот так. Опа, кактус. Поехали. Ну все, все, напрокачивался. Доволен. Так, у него есть еще заклинахи, естественно, ребята. Он может их сейчас... Так, наносит 2 единицы урона. А ведь это неспроста он сделал. Так, ну тут обмен этого уничтожаем. Все. Ой, как хорошо, ребят. Танцор. Сейчас еще одну карту, точнее еще одного танцора разместит. Все на этом. Добубнился. Теперь моя очередь. Сделаем вот так вот. Да и, пожалуй, вот так. Посмотрим. Плюс отхил у нас с тобой сработает. Ты сам понимаешь, да? Уже не сработает отхил. Ну, на тебе. Но мне кажется, победа здесь за нами. Тут уже, ну, вариантов у него нету. Так, мина мне еще выпала. Я могу хильнуться. А ниндзя этот вообще тут... Ни к селу, ни к городу, согласись. Тебе лучше сдаться, парень. Лучше сдавайся. Не хочет. Не хочет он сдаваться, ты понимаешь? Давай сюда поставим минус с тобой. Сколько ему? 9 единиц урона. Больше я пока никого выставлять не хочу. Тынс. Уничтожили. Шипастая лужайка. Очень хорошо. Но любую карту, которую он поставит, естественно, яблонька его перетянет на себя. А он почему-то ничего не стал ставить. А я вот так вот сделаю. И вот так. Еще мина. И вот так. Ну... Похоже, сдался. Я не вижу, когда вот так вот делают. Уходят. Если ты сдаешься, то ты сдайся. Чтобы не тратить ни мое... О, наконец-то. Ага. Ха-ха. Поменял ландшафт. Молодец. А вытянул карту себе. Ну, кого ты там выставишь сейчас? По тебе кабачок он плачет. Да-да-да, поэтому ниндзя плачет кабачок. Бумс. И все. А тут, ребята, уже кранты. Ему яблонька только зарядит на семерочку. У него всего 7 хп осталось. Делай выводы. Наконец-то. Ну, молодец, дрался до последнего. Как бы уважуха. Анзор НП-16 отлично сыграл. А то уж я думал, что он сдался и ушел. Но как многие это делают, и ты сидишь, ждешь, пока противник не проиграет. То есть время не стекет. И не выйдет у нас, как говорится, победушка. Ну что, друзья мои, к сожалению, я сегодня 10 гемов эти не получил. Хотя я старался, пытался. Аж 2 раза сыграл за бесячество. Но, к сожалению, мне этот
не выходил, да? Проскок или как он там называется. Ну, я думаю, все-таки нормальная игра у нас получилась. Я думаю, в следующей серии мы уже набьем с тобой нужные нам гемы, перейдем с тобой. Хотя, ты знаешь, можно попробовать. Давай попробуем, рискнем еще сделать один бой. Возьмем, наверное, с тобой нашего разгрома. Если побеждаем, то, в принципе, мы должны будем перейти на следующий ранг и, соответственно, заработать 25 гемов. А этого будет достаточно, чтобы купить нового персонажа. Уговорили, уговорили. Я просто слышал, как вы там по ту сторону экрана говорили: давай, Рей, ну что ты там, дожми, добей. И все-таки я решил добить. Ну, уже, как говорится, сказал А, говори Б. Даже если мы проиграем, все равно следующий бой придется опять исполнять. Ну давай, сделаем вот так. Сделаем с тобой вот так. Ну и что дальше? Индюшку? Как Варик? Или спортсмена? Опа! Хо. Я и забыл, что такое есть. Да, неплохо, когда не помнишь, да еще и забыл. Ну, давай вот так вот сделаем, фиг с ним. Он сейчас, наверное, может прокачать его. Я не знаю, правда, чем и как. Твою ж налево. Ну, Бонгчуй, ну вот ты-то вот нафига сюда приперся, а? Вот кто тебя звал? Эх, не знаю, ребята. Короче, сейчас... Ох, он еще и двойной удар сюда ставит. Это уже интересно. Поехали. Это уже в плане. У него сработ... А с чего вдруг защита-то сработала? Я понимаю, что он хочет сейчас сделать в данный момент. У него наверняка есть горошина, но... Я ничего пока делать не буду. Он сейчас выпустит горошину и кого-то сюда поставит. Мне придется менять ландшафт, чтобы не получить, естественно, два в лицо. Ну, два раза выстрелом. Упс. Тоже не очень-то хорошо, если честно. Ну, давай так хотя бы сделаем, я не знаю, ребят. И вот так. Поехали. Тут всего лишь по одному урону, да? Прокачка пошла. Так, 4. Сейчас он, если будет заклинахи выставлять. Ну, ты понял, что это будет. Блин, будет он заклинахи выставлять или нет? Наверняка будет. Попробуем. А я так и думал. А я так и думал, что он это сделает. Еще кого-то сюда влепить хочет. Поверь мне, он кого-то поставит сюда. Вот только кого? Два удара, ребята. Вытягивают карты. То есть ты хочешь вот этого прокачать, да, своего финтифлюшкина? Так. А это уже хуже, ребята. Он пробить-то меня не пробьет, конечно. Ну, а, нет, пробьет. Пробьет. Ну все, тут уже выбора нету, ребята. Выбора нет. Вот мой ответ. Вали его. Так, он наверняка хочет сюда этого же шитика поставить. Этого же шитика я хотел ландшафт поменять. К сожалению, не... Ой-ой-ой-ой-ой. Звезда, блин. Это плохо. Звезда это, ребята, плохо. Че, будем как-то спасаться через мумию пытаться? Да? Поехали. Че у него там, заморозка, наверное, есть? Или что-нибудь в этом роде? А может быть даже усиление. Вот это мы сыграли с тобой за разгрома. Да, разгром. Ты глянь-ка, а. Че творит?
Тирич. Ничего не вытянул, да? Урона не нанес и ничего не вытянул, парень. Так. Ну что мы с тобой сделаем? А мы с тобой сделаем... Нет, 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 нет. Да, вот так вот мы с тобой сделаем. Хоп, энергетик, да? Давай вот так вот, пропустим ход. Но тут, по-моему, фейл. Не дай боже мне мумию уничтожить сейчас. А это уже пахнет фейлом. О, все. Чтоб тебя. Засранец ты такой. Поехали. Ну ладно, ладно, ладно. Вытянет, да, все-таки? Вытянул. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тут плохо все. Есть у нас вот такая штука. А если я вот так сделаю? А еще вот так. Я вот так, наверное, поставим с тобой. 4, 3, 5. Мне в любом случае не хватит. У него карт больше. Я все карты разбазарил. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ты посмотри. Ты посмотри, что тут творится. Этот еще, наверное, прокачанный, да, будет? Хе-хе-хе. Как быть-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. Поехали. Эх, король, король, никого-то, блин, к сожалению, не сделаешь рыцарем своим, блин. Вот что. Сумоист, ты серьезно? Сумоист, ты серьезно, блин? Все, карт у меня нету. Но у меня еще сработать может защита. Я надеюсь на это. Ребята, еще ни один щит не потрачен. И что там можно? Ой. Ой. Да ты, ты серьезно, блин, сейчас? Ого-го. Как быть-то? Ну только так, если, ребят. Я не знаю, все тут крышнец нам. Тудумс. На тебе. Бамс. Сработало все-таки, сработала, родная. Ну все, тут фиаско, ребят. Все. Все, тут можно сдаваться смело. Никак, я если даже этого выставлю 8 в лицо, нет. Тут сдаваться. Даже брыкаться не буду. И время ему тоже оттягивать не буду. Так, ну что, минус одна. Нам придется с тобой 2 боя еще играть. Вот скажи, да, Рэй, начал, блин, фейлиться, да, ребят, начал фейлиться, причем на пустом месте. Непонятно вообще, с чего вдруг. Давай тогда, раз уж мы играем с тобой, попробуем сыграть за бесенка. Может быть, нам выпадет возврат карту обратно в руку. Лишь бы не сдуться еще ниже. А то у нас серия на 5 часов затянется. Так, ну что, этих мы убираем. А почему у меня их 2? С чего вдруг? С какого припуга у меня их 2 этих гаргантюа здоровых? А банк чё, мы знаем все прекрасно. Псих еще тот. Ну, я пропускаю здесь ход. Как он весело начал-то, посмотри. С чего вдруг? Ты кого-то хочешь сзади поставить, да? Ты кого-то там хочешь сзади поставить, я так понял. Я даже не знаю. Хе-хе-хе, ну давай сюда вот так вот сделаем. А что он у нас делает? Понял.
Так, давай-ка вот так вот с тобой сделаем, чтобы уничтожить, по крайней мере, вот эту вот фигню, кто-то будет нам с тобой мешаться. А дальше уже с этим разберемся. Так. Вот таким вот образом сделаем. Будешь прокачивать, что ли, своего этого кукурузного пса? Ага. Прокачивает, ребята. Шаманство делает. У-у-у. Это как раз вот для этого, ребята. Это клиент нашего малыша. Все, да? Доволен? Поехали. Опачки. Замечательно. Ах ты, смотри, что он. У него, ребята, бонусная атака, оказывается, была. Вот оно что. Ты понял? И я тоже понял. Ну что, давай вот так-то сделаем. Посмотрим, как этот песик здесь выживет. Ну, если, естественно, не прокачает его, конечно же. Нет! 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 Ты серьезно, блин? Ты вот сейчас вот серьезно вот это все? Ты прикинь? Ты прикинь вот это вот. Он сейчас вот что делает? Что он сейчас вытворяет, а? Так, ну что, давай я, наверное, сделаю вот тогда вот таким вот образом. Я офигею, ребята, вот это да. Так, ну, пока вроде бы все, да? Хотя, подожди, какой все? Вот что мы с тобой сделаем. Так, вытягивай две карты. Ну, пускай вытягивает две карты. Сразу я смотрю. Орех. Опа. А что я радуюсь-то? А, радуюсь тому, что я его ушатаю, да? Этому я радуюсь. Ну да, походу дела. Давай, звездани ему. Опа, и нету песика больше. Нормально мы тут с тобой отыграли, если честно. Так, ну что, двигаемся дальше. А я поставлю вот так вот. А я сделаю... Так, мне нужно вот сюда одну, да? Поставим сюда пирата. Да пока все. Пока больше не будем ничего вставлять. Опа, фонарик. Отлично. Вытягивай две карты. Вытягивай. Так, друзья мои. Хоба, чеснок остается без атаки. Ландшафт мы, конечно, с тобой меняем. Естественно. Вот таким вот образом. Поехали. Тынц, тынц. Ну, тут, конечно, бомбанут. Бомбанут по нам. Прокачается пиратик немножко. Чуть-чуть буквально. Ага. Так, а теперь делаем следующее. Опачки. Ну и вот так вот. Смотрим, что у нас из этого получится. Угу. Кого ты сюда хочешь поставить? Понял, 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 не дурак. Хе-хе, как ты сёнок. Ну что, мы с тобой заморозим вот этого чудика. Ну что, поехали. Нет. Нет, я тебе говорю. Сейчас сделает свой психический удар, наверное, да? Нет, что-то не то он стал делать. На тебе. Четыре в лицо зарядит. Упс. Так, отлично. Отлично. Я ничего сделать не могу, ребят. Опа, опачки. Неуязвимку получает. Я понял, за счет чего он хочет тут, ребята, выкрутиться.
Ну, здесь я, понимаешь, ничего не могу сделать. Орех мы с тобой уничтожаем. Этого, блин, слишком много, ребята, трат. На воду ты его послал. Зачем он на воде-то нужен, а? Заморозка. Что будем делать? Ну, наверное, вот так вот все-таки ставить сюда. Хоба. Так, отличная карта, ребята. Сделаем так. Сделаем вот так. И заморозку оставим. И заморозку мы с тобой ставим. О, перемещаешь, давай. Он карту не берет? Берет он еще карту за это. Так, кого замораживаем с тобой? Вот этого? Или вот этого? Наверное, вот этого все-таки. Ой, зря я немножко сделал. Ладно, фиксим, поехали. Так, в лицо два вначале. Так. А вот сейчас будет психический удар. Угу, так и есть. На тебе, гаденыш. Так, еще удар. Итого 3 хп у него остается. А, отлично. Давай на воду, бесенка, пожалуйста. На воду кинь, есть. Так, одно хп остается. Всего лишь одно хп, ребята. Ну что мы с тобой сделаем? Так, надгробие прочерк, да? Поехали. Плохо. Это плохо, друзья мои. Так, ну я хочу посмотреть, что он будет все-таки делать. Сюда поставил мину. Вот так вот, да, значит. Ну что, поехали. Я так и понял, что он сейчас будет этим делать. Вытягивать две карты. Ну и все, и крышка тебе, парень. Ну, все. Финита ля комедия. Но это еще не конец, ребята, игры. Далеко не конец. Это мы только с тобой вернули то, что мы утратили буквально недавно. То есть плюс... А, две звезды, да? Так, нам... А, нет, все, ребята, все, отлично. 22 ранг. Соответственно, мы с тобой получаем 25 гемов. И этого нам достаточно для того, чтобы приобрести... нового персонажа. Так, если я не ошибаюсь, то у нас... Так, в коллекции же, да? То за зомби у нас куплены абсолютно все, кроме вот, конечно, вот этого. Это эксклюзивный герой. Я не знаю, ребят, как его вообще приобретают люди. Видимо, вытягивают из паков. Ну, а здесь мы, наверное, с тобой приобретем... За кого бы мне хотелось поиграть? Мне бы хотелось поиграть за Цитрона или за Розу. Давай, наверное, возьмем с тобой Розу. Вот так вот, друзья мои. Ну что же, давай глянем, что нам тут выпадет. Ага, одна карта редкая. Мега редкая. Ну и сам герой. Ну что же, как-то вот так, ребята. Я нас с этим поздравляю, что у нас теперь есть новый персонаж. Будем как-нибудь осваивать ее, да, тренироваться. Ну, а на этом я уже точно закругляюсь. Всем большое спасибо. А, подожди-ка. Никто не смеет превосходить этот цветок. Мозги. Мозги превратила в этих, в козлов. Ну, если они так хотят, обзавестись копытами и шипами. Да, вот, ребятушки. Бдыч.
Вот вам и мозги, да. А Роза великолепна в плане вот того, что она может любую карту превратить в козла. Так что всем до новых скорых встреч, ребятушки. Всем пока и удачки.